12 ноября, Харьков, 16 год, 16:42 по Киеву. Послезавтра намечается суперлуния, намечается не то слово, будет суперлуния, но из-за погоды, из-за дождей намечающихся, посмотреть его не доведется в Харькове. Из Харькова, разве что в стратосферу куда-то сквозануть. Посему снимаю 12-го, пока есть возможность. Суперлуния, максимально приближается Луна к Земле. О, красота! В этот момент она визуально на 12,5% выглядит крупнее, чем когда находится на максимальном удалении. Четырнадцатого ноября она будет на расстоянии 356 511 километров с моего четвертого этажа, даже меньше расстояние будет. О, красотища. Перигей, по-моему, перигей это называется, то есть суперлуния, полнолуние в перигей. 360 тысяч километров, ну, грубо говоря, да. 9 раз по экватору мотанулся, это вот расстояние до Луны будет в этот момент. Земля 40 тысяч километров по экватору. Протяженность экватора там с мелочью. А до Луны будет 14 ноября 356 тысяч. Столь близко Луна приближалась к Земле последний раз в 1948 году, то бишь 70 лет назад, практически. Красотища. Вот закрепить жестко.